нами может произойти что-то ужасное, мы даже можем погибнуть! Итак, банда, я включаю эту песню, надеюсь, вы готовы! О, всё, что это? О, Боже, Господи! Неужели это голова Маши? О, Господи! Дверь открыта! Рим, бро, меня зовут Царь Кионис, и бро, сразу же, бри, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду, ведь, бади, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами, а я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на ютубе, а также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Банда, на часах 3 часа ночи, и в это мистическое время мы проверим одну старую легенду, в которой говорится, что если мы в 3 часа ночи послушаем проклятую песню, то мы можем услышать совершенно другие слова, не такие, как при обычном дневном прослушивании. И уже ранее мы проверяли песни из заставки Барбоскиных и из заставки Смешариков. И вы не поверите, но эта легенда реально работала, просто вспомните, как это было. А теперь послушайте саму песню, вы сейчас сами уже их услышите. Это просто жесть. Теперь вы сами послушайте эту песню вместе с субтитрами, чтобы вы максимально погрузились в нее. Включаю, просто вслушайтесь. Еще в этой легенде сказано, что если мы будем слушать песню на протяжении всего часа, то с нами может произойти что-то ужасное, мы даже можем погибнуть. И прошлые наши эксперименты это полностью подтверждают, мы были на волоске от смерти. Но тем не менее, сегодня мы снова решились проверить эту легенду, и на этот раз мы будем слушать песню Маши и Медведя. Именно поэтому, банда, давайте на это видео наберем 10 лайков, и я проверю песню из мультфильма «Фиксики». Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь со всеми вами, банда. Так что, бандит, скорее подписывайся на меня, ставь лайк, а мы тем временем приступаем к прослушиванию этой проклятой песни. Погнали! Итак, банда, надеюсь, вы готовы. Как я вам говорил ранее, сегодня мы будем слушать песню из мультфильма «Маша и Медведь». Это самая популярная песня этого мультфильма под названием «Сладкая жизнь». И ходит легенда, что если в 3 часа ночи слушать эту песню в реверсе, то есть в перевернутой версии, то можно услышать некоторые слова, которые не слышно при обычном прослушивании. Говорят, что эти слова очень сильно пугают, как будто и говорит какой-то демон. Не знаю ли это правда, банда, но давайте проверим эту песню. Не думаю, что есть смысл слушать обычную версию, потому что это видео, скорее всего, удалят. Давайте будем сразу же слушать ту версию, которая нам надо. Итак, банда, я включаю эту песню, надеюсь, вы готовы. О, черт, звучит крипово. Но все же немного слышно, что это голос Маши. Вы слышите на фоне крик? Просто вслушайтесь, там реально слышно крик, банда! О, черт! Крик, слышите? Это просто жесть! О, черт! Но пока что не слышно никаких слов. Только какой-то непонятный крик. Ты слышала это? Что? Там было слышно слово «умри» прямо отчетливо. Давай еще раз прослушаем. Давай. Просто вслушайся. О, Господи. Это просто жесть, банда. Эта легенда правдива. Вот еще раз прослушайте. Умри. Это
просто жесть, я не верю в это! Там реально отчетливо слышно слово «умри», то есть легенда была правдивой! Неужели все песни в 3 часа ночи становятся мистическими? Это такая жесть, банда, я просто в шоке, все же не могу в это поверить! Но тем не менее, давайте продолжим слушать ее далее! Ведь нам нужно эту песню слушать беспрерывно на протяжении всего часа, от 3:00 до 4 утра! Если эта легенда правдива, то что нас тогда сегодня ждет ночью? Тем не менее, банда, я уже включил песню! О, черт, мне кто-то звонит, ты видишь это? Да еще в 3 часа ночи неизвестный номер, кто это может быть? О, черт, а что если это Маша или же медведь? Окей, я беру трубку, банда, на свой страх и риск. Черт! Алло? Алло, кто это? Что вам нужно в 3 часа ночи? Ты слышишь, там играет эта песня? Господи! Да еще в перевернутом виде! Это просто жесть, банда! Что вам от нас нужно? Отстаньте от нас! Господи, я напуган! Я сейчас положу трубку! Черт, скажите хоть слово, что вам нужно! О, черт, просто жизни никого не видно! Там черный экран и эта песня! Она сама по себе криповая! Черт, пожалуйста, скажите хоть слово! Иначе я сейчас же положу трубку! О, черт, ничего не говорит, полная тишина! Это просто жесть, банда! Я не верю своим глазам! Настоящая мистика после того, как мы начали слушать эту песню! И там тоже слышно «умри», ты слышала это? Да! Просто жесть, банда! И еще раз «умри» несколько раз! О, Господи. Это такая жесть, я реально напуган, мне реально страшно! Черт возьми, банда, что происходит? О, Господи, куда делся свет? Просто жесть, банда, это уже настоящая мистика! Черт, нужно срочно пойти к щиткам и включить электричество! Включи фонарь, чтобы было хоть что-то видно! Да, сейчас! Это просто жесть, банда, это уже не может быть совпадением! Эта песня реально проклята, и вы видите, что с нами происходит! Окей, тем не менее, давайте включим свет! Вроде бы это! Господи, я просто не могу поверить! Эта песня проклятая, Маша и Медведь реально нам звонили! Ах, электричество появилось! Тем не менее, нам нужно продолжать слушать дальше эту песню, мы не должны останавливаться! Нам нужно слушать ее на протяжении всего часа! Хотя, банда, мы не знаем, что будет с нами, если мы перестанем слушать эту песню! Тем не менее, давайте не испытывать судьбу, просто продолжим ее слушать! Черт, какая же она криповая, это просто жесть! Тем не менее, вроде бы больше никаких слов не слышно. Может быть, это уже конец будет. Черт, мне так страшно, вы просто это не представляете. Играет только какая-то мелодия, и все. Никаких слов нету, банда. О, черт. Ты слышала это? Что? Там было сказано «Дьявол, Бог». Еще раз два прислушаем. Да, давай. Только слушайтесь, банда. Ты слышала снова? Это Господи. Просто жесть. Там он говорит «Дьявол, Бог». Еще раз, банда, сами послушайте. Ты слышала это? Да. Это такая жесть, банда, с этой песней реально что-то не так. Тем не менее, уже скоро будет конец, давайте дослушаем и все, просто закончим на этом. Черт, мне так страшно, вы просто даже не представляете. О, черт! Дверь сама закрывается. Банда, что происходит? Здесь настоящая мистика. Надеюсь, что мы сегодня не умрем. О, Господи, эта песня реально проклятая. Быстрее идем туда. Черт, мне просто в это не верится. Что это? Вода включена. О, черт, что это? О, Господи. Здесь просто ты видишь это? Да. Еще это пар. Почему вода включена? Дьявол, Бог, и умри. Это же слова песни, которые мы слышали. Это такая жесть, банда. Просто посмотрите, что здесь происходит. Нужно выключить воду. О, черт. Это такая жесть. Она полностью горячая. Но вы только посмотрите на это. Умри, дьявол, Бог. Бог, умри, дьявол. Мы просто в это не верится. Эта песня реально проклятая. А еще секунду назад здесь ничего не было. Это появилось после того, как двери закрылись. Такая жесть, банда. У меня прям мурашки по коже. Как же мне страшно. Быстрее выходим с этой комнаты. Здесь слишком опасно.
Я не понимаю, как за одну секунду могли появиться столько надписей. Ведь когда двери закрывались, там ничего не было. Это уже настоящая мистика, банда. Тем не менее, нам нужно продолжить слушать песню. Господи, давайте просто ее включим. Что с ней? Почему она замедлена? Она же была нормальной. Она полностью замедлилась, банда, вы слышите это? Еще минуту назад песня была полностью нормальной, что с ней произошло? Господи, что происходит, банда? Вы слышите это? О, черт, какая это жесть! Черт, вряд ли это совпадение, или же кто-то ошибся. Похоже, что кто-то к нам пришел, это точно связано с песней. Черт, банда, что происходит? Окей, давайте посмотрим. Вроде бы никого нету. Что, там кого-то видно? Нет, вроде бы никого нету. Тогда кто звонил в двери? О, черт! Черт, что это было? Там был какой-то огромный шерстяной монстр. Я не знаю, что это. Хотя, погоди. Он был похож на медведя из мультфильма «Маша и Медведь». Неужели они реально существуют? О, господи, а если он зайдет к нам в квартиру? О, не думай, наша дверь закрыта изнутри. О, господи, это он! Да, я вижу! О, черт, он может выломать нашу дверь! Нужно срочно где-то спрятаться за мной! Да, сюда быстрее, заходи! Господи. О, господи, банда, надеюсь, он не влезет в нашу квартиру! Это такая жесть, там был огромный медведь! Черт, выключу свет, чтобы он не видел! О, господи, дверь открыта! В квартире. Что теперь делать? Нужно сбежать с квартиры. Подождем немного, пока он куда-то уйдет. Нужно как-то аккуратно выйти. Окей, его вроде бы нигде не видно. Главное не попадаться ему на глаза, а то иначе он нас сразу же убьет. О, черт, это он. Прячься быстрее. О, черт. Да какой же он огромный, это просто жесть. Нужно быстрее идти к Насте. Нужно сказать ей, что мы можем сбежать с квартиры, Настя. Сереж, здесь написано, что во время эксперимента мы не должны покидать дом, а то сразу умрем. О, черт, только не это. Окей, в таком случае нужно где-то прятаться до 4 утра. Он сейчас в спальне, давай возьмем и закроем его с помощью этой швабры. Да, давай. Такая жесть, банда, об этом правили, я реально не помнил. Тем не менее, он прямо сейчас здесь. Аккуратно его просто закрываем. Быстрее прячемся, пока он не понял, что мы здесь. Да, идем скорее. Да, давай. Черт, он уже знает! Быстрее идем, Настя! Быстрее прячься на кухне, Настя! Я тебе помогу! Только ни в коем случае не вылезай отсюда! Пока я сам тебе не приду, то это может быть он! О, черт, все, сиди здесь! Мне очень страшно, банда, тем не менее, быстрее прячемся! О, господи! Дверь закрыта, он не сможет войти внутрь! Но все же, банда, давайте прятаться дальше! Это очень опасно! Этот медведь реально в моем доме! Тем не менее, сколько уже времени? 3:58! Осталось совсем чуть-чуть до конца! Господи, быстрее бы уже все закончилось. Надеюсь, банда, что мы останемся живы с Настей, там все хорошо. Я кого-то слышу. Черт. Кто это? Настя? Настя, это ты? Если это ты, то не смешно. Нет, это медведь. Только не это. О, господи, оставайся там. А, нет, нет. Что это? О, черт, 4 утра, я вышел. А куда делся медведь? Он просто исчез. О, черт, банда, неужели я спасся? Мне просто в это не верится, банда. Надеюсь, что с Настей все хорошо. Нужно быстрее выходить. Эй, Настя, где? Черт, что это такое? Я просто в шоке, посмотри на это. Он выбрался с этой комнаты. О, черт, неужели это голова Маши? Просто посмотрите на это, банда, что за жесть? Это так стрёмно выглядит, ты видишь это? Да, я не хочу на это смотреть. Что мы вообще наделали? Зачем мы слушали эту песню? Это такая жесть, банда, я просто не верю своим глазам. Вы просто посмотрите на это, никогда не слушайте эту песню в 3 часа ночи. Если же не хотите, чтобы с вами произошло это. Просто жесть, пентаграмма, свечи и голова Маши. Она вообще без кожи, ты видишь это, Настя? Да. Я в таком шоке. Нужно быстрее валить с квартиры. Сейчас уже 4 утра, мы можем уходить. Да, хорошо.
Черт, такая жесть, банда! Господи, банда, я просто не могу поверить, что мы сегодня выжили! Это была самая ужасная ночь моей жизни! Тем не менее, банда, вот комменты из-за прошлого видео! Просто вглядись, какие же шикарные комментарии! А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже! Даже два колокольчика и все, бро, ты уже в новом видео! Лайк, колокол, коммент, и ты моему видео бандит! Также не забывай ставить лайк, подписываться на канал и помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!